За неделю до начала Великого Поста церковь вспоминает речь Господа о страшном суде. За богослужением звучат слова, свидетельствующие каждому из нас о человеческом долге по отношению к ближним. В воскресный день епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир совершил божественную литургию в Кафедральном соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Божественное откровение этого дня говорит нам о том, что наступит время, когда каждый человек встретится лицом к лицу с Богом и ответит за всю свою жизнь. И об этом напоминает нам Церковь в преддверии Великого Поста, ведь его смысл – осознать свою греховность, увидеть в себе душевную нечистоту и покаянными слезами, переменой всего своего существования, очистить ее, чтобы жить по Евангелию. На примере притчи о страшном суде Владыка рассказал, как необходимо соизмерять свою жизнь с евангельской истиной. Царство Небесное достается тем, кто не для себя только живет, а делится и приумножает добро, а не зло. Кто умеет каяться, кто умеет приносить жертву покаяния. И вот тогда, братья и сестры, праведникам Господь скажет: «Наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира».